Предлагаю разместить вашу рекламу в рассылках на тысячи подписчиков легальных сервисов e-mail рассылок, Smart Responder и JustClick, а также разместить ваш рекламный видеоролик в наших видео на YouTube. Подробнее по ссылке ниже этого видео. Всем привет! Сегодня я расскажу о такой интересной идее бизнеса, как изготовление сайтов. Изготовление сайтов бесплатно, зато с таких сайтов вы пожизненно будете получать процент от продаж или от заказов. Мне подсказал такую идею бизнеса Алексей, мой хороший знакомый, которым таким способом заработка в интернете занимается. Он изготавливает сайты, и в будущем, когда с этих сайтов идут заказы, он получает процент. Например, вот возьмем для примера один из сайтов, который сделал Алексей. Благострой, здесь значит укладка тротуарной плитки и благоустройство территорий в Алтайском крае. Сайт сделан Алексеем бесплатно, зато все заказы, которые идут с этого сайта, обрабатываются, и Алексей получает заранее обговоренный процент. Телефоны здесь указаны уникальные, если по этому телефону звонят, знают, что это именно с этого сайта, и как бы уже понятно, что Алексею нужно будет какой-то процент, потому что это с его сайта пришел заказ. Или вот электронная почта. Тут если по телефону, конечно, больше на доверие. Тут уже дело каждого, либо со знакомыми только работать, либо еще как-то. Но уже это в данном случае на доверие, а вы уже можете как-то подумать, как лучше это все сделать. Если указан e-mail, то доступ к этому почтовому ящику есть не только, например, у администратора сайта, но и также у Алексея. И уже, так скажем, может любой зайти в этот ящик и посмотреть, какие там заказы, и Алексей может спокойно контролировать такие заказы. Также вот еще он мне показал сайт, интернет-магазин по продаже очков из Италии с доставкой по России. Этот сайт тоже он сделал, со всех заказов он имеет какой-то процент. Также он работает еще по одной схеме, например, ему платят процент за заявку. Поступила заявка, например, на почту или еще каким-либо способом. Неважно, был заказ, не был, ему какую-то копеечку заранее оговоренную за эту заявку выплачивают. Вот такой интересный способ. Делаете сайт бесплатно, зато с каждого заказа вы можете зарабатывать. Такие сайты можно предлагать любым. Вы можете сами, например, вот кто-то очки продает, вы предложили, давайте я сделаю сайт, заказа с этого сайта, вы будете мне процент платить. Вы можете сами этот сайт где-то рекламировать, пиарить, всю работу административную с этим сайтом вести, но зато какие-то заказы будут, вам будут выплачивать. Я думаю, найти желающих нетрудно, потому что любой, я думаю, скажет, да, давай, а почему нет, сайт сделают бесплатно, а уж процент, это как партнерская программа, платить будет, мне кажется, ну, любой желающий, любой администратор любого проекта будет только за. Вот, например, я на своем сайте «Технобизнес» продаю наклейки на телефоны, на мобильные телефоны, на планшеты, там, на телевизоры можно, на ноутбуки, на компьютеры от электромагнитного излучения. Вот такие наклейки Алексей мне предложил продавать тоже через такой сайт «Одностраничник». Он сделает сайт, разместит там всю подробную информацию, фотографии, описание, видео. У меня даже видео на моем канале, можете найти видео по этим наклейкам. И будет продавать. С каждой продажи он будет иметь свой процент. Вот мы, собственно, скоро с Алексеем таким способом будем сотрудничать. Он сделает бесплатно сайт, и с каждого заказа с этого сайта будет получать процент. Собственно говоря, я так с Алексеем и познакомился. Он мне предложил таким способом зарабатывать. И, конечно, я отказываться от этого не буду. Поэтому вот для вас такая идея бизнеса интересная. Предлагаете разным компаниям делать сайты, и чтобы вам процент выплачивали. Или за какую-то заявку, например. Вот. Ну, как бы я ранее все уже рассказал вам, уже каждый может подумать, как, что и лучше, и уже таким способом и действовать.
Если вы не хотите таким способом заниматься, но вы хотите, чтобы вам делали такие сайты, например, вы там администратор какой-то компании, руководитель, вы не против были бы, чтобы Алексей вам сделал такой сайт бесплатно и согласны ему выплачивать процент, то, пожалуйста, вот это сайт studia22.ru, это сайт Алексея. На все сайты, которые были в этом видео, я выложу в описании к видео, ниже этого видео будет описание, там выложу все ссылочки. Также на сайт studia22.ru, это сайт Алексея, где его контактные данные. Зайдете на этот сайт, смотрите телефон, e-mail, любым удобным способом связывайтесь с Алексеем. Также у Алексея есть сайт результат24.рф, это по-русски писать нужно, результат24.рф, там также контактные данные Алексея. Ну вот, собственно говоря, такая идея бизнеса. Кто-то может заняться таким способом заработка, а кто-то может даже обратиться к услугам Алексея. На этом все. Ставьте лайки, дизлайки, обязательно пишите комментарии к этому видео. И обязательно подписывайтесь на мой канал «Народный бизнес», чтобы не пропустить новые видео по теме бизнеса и заработка в интернете. До новых встреч! Всем пока!